Колонна номер 17, переходи сразу. Каждому, кто участвовал на большой зарядке, было выделено свое место. Более 2000 людей выстроились в 15 рядов. Ровно в 13:30 акция началась. По ходу к ней присоединялись и прохожие, однако таких оказалось немного. Последний раз и прыжком вернулись. Прыжком. Брось, брось и вместе. Получается? Отлично. Акция «Мы здоровы, присоединяйтесь» была разработана студентами Казани еще 15 лет назад. Раньше ее проводили только внутри вузов, а в этом году идею поддержали и в правительстве республики. И вузовская разминка вышла в массы. Если вы видели, то, возможно, предыдущие годы она была немного в другом формате. Это было шествие от медицинского университета до площади Вахитова, где также проходил митинг. Но в связи с изменением законодательства мы сейчас не можем, к сожалению, проводить шествие. И сейчас акция принимает вот такое вот прекрасное... прекрасный формат. Это массовая зарядка студентов, преподавателей. К молодежи сегодня присоединился министр здравоохранения Адель Вафин. На полчаса он сменил деловой костюм на спортивную форму. Кстати, главный врач Татарстана сам ведет активный образ жизни. Из дома на работу он ходит пешком. Эти кадры мы сделали зимой. Тогда Адель Вафин всем рекомендовал больше двигаться. Только так, по его словам, можно убежать от всех болезней. Мы использовали этот день для того, чтобы всем сказать: вставайте, будьте более активными, идите в парки, в спортивные залы, в бассейн. Лето начинается, на реку, на озеро, но будьте более активными, потому что здоровое сердце будет только тогда, когда вы будете заниматься физической культурой и спортом. После того, как закончилась зарядка под открытым небом в парке, все желающие смогли поиграть в футбол, принять участие в перетягивании каната и попробовать сдать нормативы ГТО. Обязательно нужно здоровье. Без здоровья жить невозможно. Надо вести здоровый образ жизни. Надо с молодого всех привлекать к спорту, физическому воспитанию. Это объединяет, это очень хорошо для молодежи, тем более для молодежи. Вообще, я заметила тенденцию, что сейчас молодежь, в принципе, отказывается от этих плохих привычек, и сейчас это не модно. И поэтому это очень важно, чтобы люди понимали, что здоровый образ жизни приводит к здоровому поколению. Да, Танила? Будьте здоровы! Андрей Трофимов, Альфред Камилевский, Айгуль Низамудинова, эфир 24.